дома уже стоит. И каждый раз ржу. Ну да, ничего. Меня просто спас Бог, я была не ранена, ничего, как бы совершенно спокойно. У меня было просто спокойствие такого, какого не бывает вообще. Вот. И как раз мы стояли с той стороны, где влетело все, разбитые окна, вот где убило людей. Но я не смотрела на мертвых, у нас тут лежала недалеко мертвая женщина, я на них не смотрела, вышла с другой стороны и пошла домой. И только дома, ну, у меня начали слезы, то есть я дома плакала.